Ну, здравствуйте, всем привет. Итак, давайте еще такая штука есть. Как сделать факел, да? Вот зашел, допустим, Индиана Джонс в какую-то пещеру. Ну, фонарик, понятно, что фонарик. А вот как все дело будет обстоять, значит, с нашим вот этим факелом. Выберем, значит, нашего персонажа пока. Зайдем в постмод. Единица на нампаде. Сделаем ему простенькую такую анимацию какую-нибудь. Так, здесь он будет держать в руке, значит, наш вот этот факел. Значит, перекручиваем все это, делаем. Так, теперь нужно вот эти пальцы руки именно поджать. Так, выбираем одни фаланги. Так, давайте сначала первые. Вот эти первые фаланги выберем. Семерка на нампаде, сделаем R. Так, теперь выберем вторые фаланги. Семерка на нампаде, сделаем R. Так, ну и первые фаланги, они тоже должны поджать наши пальцы. Делаем R. Так, немножко тут перекрутим, подгоним. Так, и большой палец тоже у нас должен поучаствовать немножко в зажатии, да? Так, ну как-то так. Так, теперь у нас здесь еще что? Значит, R. Припускаем пальцы. Что-то они у меня попереломались. Ну ладно, не суть вопроса. Это значит G. Все нормальненько. Так, теперь эта рука, значит, G, R, единица на нампаде, расслабляем эту руку. Так, вот ключицы, так, чуть-чуть уменьшаем, что-то они у меня тут жиздец как большие, раздуло, да? Так, теперь G, уводим, значит, нашу вот эту штуку, рука у него пусть держит, значит, вот эту, как его, кнут. Так, и значит прописываем А, И. Прописка прошла. Так, на 10 кадре он такой берет, значит, G. Так, а ну-ка, не ту кость выбрал, да? Так, а ну-ка, выбираем кость руки G. Поднимает все это дело кверху. R. Плечо поднимается. И он, ох ты, все шапку путаю, да? Да что ты? Ctrl-Z, выбираем верхнюю кость, значит R. И значит наш факел G поднимаем как бы, ну, перед собой повыше, да? Так, R. Еще поднимаем ключицу, значит, ну вот все нормально. Прописываем А, И. Теперь, что я хотел сделать, зайти теперь нужно в Edit Mode, тройка на нампаде, Shift-A, добавим косточку, G, о, пардоньте, где она? Так, G, вытягиваем косточку, делаем ей S, как в прошлом ролике, уведем ее подальше и привяжем ее, значит, к нашей кисти руки. Так, Ctrl-Z. Ты что ты у меня нажимаешься? Ctrl-Z. Бывает такая штука, вот как не заладится. И вот эта косточка меня конючит, видите? Вот ее нужно так только убирать. Так, Ctrl-P и Offset. Привязали. Теперь заходим в Object Mode, выбираем нашу, значит, вот эту штуку. Так, факел подводим к нашей косточке. Где-то она тут находится. Так. Ну, не суть вопроса. Заводим. Выбираем косточку через Shift. Заходим в Pose Mode. Выбираем кость. Ctrl-P. Это будет Bone. И значит, какая штука. Так, тут все подъем идет. Все нормально, да? Значит, эту косточку опускаем G.
значит, в нашу вот эту кисть руки. Ну, как-то так-то. Так, теперь что нам нужно сделать? Не поймут, что с ним происходит, да? В принципе, привязка прошла, анимации на риге нет, но вот почему-то он у меня именно вот этот персонаж конючит. Что-то на нем где-то может включено, деформ отключить. Так, ладно, описываем на 10-й кадр и значит, так, постмод, G. Хотя она должна уже привязана и без анимации двигаться за рукой. Ну ладно. Прописываем И. А ну-ка. Так, может я не так кость добавил, но не может такого быть, да? На первом кадре. Так, давайте тогда ее. Опа, вниз. Тогда допропишем. Так, что у нас тут получается? Главное, чтобы скольжения никакого не было. Вот, теперь он поднимает. Так, а ну-ка. Угу. Где он ее держит? Главное, чтобы на 10-м кадре. Вот здесь, да? Все было нормально. Так, вот сюда еще поближе, повыше. Пропишем И локрот. G подправим. И значит у нас рука держится, значит, почти вот, ага, посередине. Ну, в принципе, тут и держится, да? Нет. Так, значит, еще вот эту косточку мы опустим пониже. Значит, G. А, повыше. Так, И. Прописка. G. Подгонка. Так, тут вообще скольжение какое-то нереальное. Так, а ну-ка, что не так? А ну-ка. Так, G. И прописка на 5-м кадре. Ну, в принципе, нормально, ладно. Не будем заостряться на такую анимацию. Ставим 10 кадров, Enter. Можно поставить, допустим, 50. Так, теперь заходим в Object Mode, добавляем Add, добавляем Image, Image Plan, вот этот. Находим, значит, нашу вот эту анимацию, значит, нашего факела. Так, смотрим, где он, чего он. Вот он, да? G, семерка на numpad, делаем R, перекрутку, делаем G, подгонку. Делаем S, уменьшение, G, постановка, значит, в наш факел. Все вот эти вот, что я скачал и переделал вот эти огни, ну, типа пламя, да, будет в группе для скачивания. Заходите, если кому-то понадобится, качайте, там разные будут. И мультяшные, и реалистичные. Так, значит, вот такая штука у нас. Вот у нас факел. Так, это значит G, поправляем, можно даже S еще побольше сделать, чтобы он с этого прям вылазил, да? Так, давайте настроим теперь вот этот план, заходим в настройки материала, значит теперь Base Color переключаем на Image Texture, так, заходим, ставим, вот у нас стоит фрейм 512 кадр, если у кого-то меньше, вот первый это старт фрейм и фрейм 512. Здесь вот это пламя я сделал где-то на минуту, да, длиной, больше даже, там минуты полторы.
Так что можете ставить до 500-го, где-то 800-го кадра делать анимации. Он будет постоянно гореть. Так, что еще? Ну а теперь заходим в шейдинги и удаляем вот этот один шейдинг. Так, вот этот. Delete. Значит, оттягиваем вот эту штуку в бок. Эту поправляем ноду подальше. Заходим в Add. Находим эмиссия. Следом добавляем, значит, микшейдер. Следом добавляем Base Color, а не Base Color, Color Ramp. Color Ramp. И добавляем, значит, после эмиссии, значит, у нас идет Transparent. Так, Transparent BSDF, вот этот. Так, теперь все это дело соединяем таким образом, color на color. Значит, теперь этот к шейдер, этот тоже к шейдер, этот, значит, как он тут называется, surface. Значит, вот этот color ramp подключается к верхней факу. И, значит, у нас текстура подключается к color ramp. Color ramp на первую, где белый, вот этот белый цвет, ставим черный. На черный ставим белый. Так, есть такое дело. Все переключилось. Теперь нам нужно настроить Alpha Blend. Если у вас OpenG будет стоять, то у вас ничего не изменится. Поставьте в настройках здесь вот, значит, Alpha Blend. Здесь можно просто OpenG так и оставить. Так, теперь единица на NumPad, и что у нас получается? Видите, он поднимает, значит, у нас вот этот факел, а огонь остается у нас не там, где надо. Нам нужно вот этот еще огонь привязать к нашему вот этому факелу. Ctrl-P, Object. Вот теперь он поднимает, там что-то он смотрит, так... Эта натяжка мне не нравится. Что-то тут происходит интересное, значит, да? Может быть, у меня настройки какие-то сбились. Так, Ctrl-Z. Мышка не дожимает. Так. Вот так где-то перепишем. И, так, А, И... Это значит на G. Так, на первом вроде бы нормально. И вот он раз поднимает там наш факел. Можно еще допрописать, значит, анимацию. Так, смотрим, видите, если мы боком повернемся, у нас огня не видно. Что мы можем сделать? Мы можем просто вот этот огонь, первый вариант, значит, на первый кадр ставим. Так, и значит Shift-D, дублируем, и R, можно его, значит, так, пойдите, Object, это в Object Mode, выбираем наш, да что у меня, мышка, надо мышку менять уже давно. Так, Shift-D, делаем дубликат и перекручиваем в эту сторону. Так, и вот получится у нас вот такой факел. Вот мы можем теперь видеть со всех сторон его, да, мы можем также его... растянуть, сделать побольше, чтобы он был поплотнее. Так, ну где ты? А ну-ка. Ну вот так вот, да? И уже у нас факел с двух сторон, вы видите, он объемный. Смотрим другой вариант. Вот этот боковой факел мы удалим. Остается один факел. Мы теперь берем, выбираем вот этот план и настраиваем его на Constraint Track 2 слежение и поставим здесь камеру. Так, 0 на NumPad, Shift F прогоняем. Так, смотрим, смотрим, смотрим. И вы видите, что пламя будет следить за камерой. Так, прописываем и камеру. Так, пардонте, Object Mode, анимацию вот на эту штуку мы сейчас удалим,
А выберем, значит, в Object Mode камеру, пропишем и LockRot и, допустим, на 20-м. Так, у нас вот тут факел убежал G. Пропишем. И, значит, G. Пропишем. Потому что он будет следить, если сейчас за камерой, то может убегать, да? Ну и просто, чтобы он был привязан к анимации. 0 на numpad, прописываем, значит, камеру. Так, на 20-м кадре Shift F. Облетаем нашего персонажа. Прописываем и LockRot. И, значит, здесь уже G. Потому что, видите, он будет поворачиваться огонь в сторону камеры. Так, и прописка. И получается, ну, так вот, раз. 0 на numpad. И вот вы видите, что огонь будет смотреть постоянно на нашу камеру. Как бы она ни облетала. Ну, как вариант, вот тоже, видите, прикольно. Так, вот такая вот информация. Если кому-то понадобится, значит, для мультфильма приключенческого там или еще какого-нибудь. Ну, вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.